Добрый день всем любителям стратегии в реальном времени. У микрофона Хью. Мы с вами продолжаем играть в Age of Mythology Retold на максимальном уровне сложности Титан. Проходим кампанию падения Трезубца. В предыдущей серии, в 10-й, да, мы вроде как завершили греческую часть кампании. Сейчас мы будем приступать к египетской части данной кампании. Будем играть за египтян. Вот, мне даже в предыдущей серии предложили типа пройти за них обучение, но мы вежливо отказались. Так что в этой серии либо придется переигрывать задание, ну либо просто у противника будет небольшая фора, так скажем, потому что, я так понимаю, все равно нужно будет разобраться, что к чему. Но посмотрим. Утерянная реликвия. Аркантос, Аякс и Херон возвращаются из подземного мира и оказываются в далеких краях. Прежде чем разобраться, куда же они попали, им предстоит помочь новой союзнице Аманрия отыскать в песках пустыни некий ценный артефакт. Значит, ты понятия не имеешь, где мы находимся. Адмирал! Что вы здесь делаете? Мы заблудились. Какое невезение. Меня зовут Аманра. Оповести своих воинов. Нам нужно готовиться к нападению. Кто же нас нападает? В этом оазисе немало сокровищ, помимо воды. Здесь зарыта ценная реликвия, и мои враги желают ею завладеть. А мы здесь при чем? Оглядитесь вокруг. Вон те перевал — единственный путь к оазису. Если вы решите убежать, то попадете в лапы служителей Сета. Что предпочитаете, умереть там или сражаться здесь? Так. Услышали? Укрепляйте оборону, готовьтесь к нападению. Так, ну, я, во-первых, вижу... типа какие-то подсветки. Так, жрецы. Что жрец умеет делать? Он строит обелиски. Может атаковать издалека и эффективно против мифических созданий. Способен лечить союзных существ, вооружать обелиски. Способности жреца растут при достижении новых эпох. Так, выберите любое место карты, чтобы ускорить добычу золота всеми вашими поселенцами и торговыми караванами. Зыбучие пески, выберите своих или союзных воинов, а также место, куда они будут телепортированы. Так, защищайтесь от нападений. Так, подожди, а... У нас получается только вот мы ресы добываем и все. Ну и типа защищаться можно. Нужно, вернее. Так, при этом я могу башни строить. Вот и они. Так, давайте про Аманру почитаем. Герой-пехотинец, эффективно против мифических созданий. Возраст 32, родина Нубия, род занятий капитан отряда наемников. Аманру воспитывал отец, могучий, искусный и свирепый воин, который повел свое племя в бой во имя спасения угнетаемых египтян. Она унаследовала характер, навыки родителя и начала участвовать в битвах бок о бок со своими... соплеменниками. Со временем Аманра стала легендарной наемницей и героиней Египта, а также служительницей Исиды и Осириса. Благодаря боевому мастерству и способности говорить на многих языках, Аманра завоевала доверие многих египтян, которых она ведет в битву против Кемсита и его покровителя Сета. Так, идут вот сюда. Так, ну у меня только рынок, насколько я вижу. Давайте, наверное, пару казарм. Пойдем построим.
кузню я потом пойду поставлю. Так, это как раз-таки проход в подземный мир. Into you. Так, тут у нас пращники. Противодействие воинам дальнего боя. Воин дальнего боя эффективны только против других воинов дальнего боя. Угу. Так, ну, таксот. Тоже типа лучник. Так, казарму я создал. Так, превращает пращников в средних. Пращников улучшает их здоровье, атаку, радиус атаки. Берем. Изобретение птаха улучшает атаку пращников. Берем. Грик, эниту. Так, что-то там слева, по-моему, много народу идет. Тихонечко подстраивать войска. Эниту, даю. And are you refer? Так, а в арсенале у нас, кстати говоря, все сделано. Так, постоянный приток пищи, стоимость пашен снижена. Так. Добычу золота увеличим. Так, реликвию они... Реликвию уже видно. Герриг. Грик, даю, are you refer? Даю. Эмич. Эмич. Are you, даю. Are you, I am. Into you. Грик. Так, ух ты, серьезно, там что-то вылезло. Так, а я, да, тут как бы ничего у нас нет такого, скажем так, серьезного. Так, а этот реально лечит, жрец. Прошу,
Блин, снес. Зараза такая. Так, а у меня сейчас, да, пределы населения. А дома я могу строить дополнительные? Так, ну вроде могу. Вроде могу. Так, что там? Так. Пока у нас вроде все более-менее. Жильца, правда, я одного потерял. Так, и надо бы еще казарму здесь построить. Да, сейчас какие-то скоробеи лезут. Прикольно. Телепорт работает. А, все, ограничения по домам. Все, по домам у нас ограничения. Этимос, просеке. Анвич, грик дайо, ини айо рефе, ю айо. Грик, ю айо. Интию. Прошеше. Гер, интию. Так, что там слева движется? Да ничего особенного. Ну, кстати говоря, уже этот меч видно. Грик.
Опа. Сын Осириса. Идет в наши края. Каю. Давайте своих героев я заберу. Так, слева еще скоробеи идут. Greek. You I die. I refer. A hero has fallen. And you die. I refer. You I err. Into you. Get it. You E-R. Garrick. Into you. Anyway, you E-R. Так, я, кстати говоря, хотел узнать про скоробея. Мифическое создание, огромное насекомое, которое представляет собой живое осадное орудие, эффективно против воинов, людей и построек. Восстанавливает здоровье при атаке противника. Так. Но тут ничего не написано по поводу того, что вот когда он умирает, он типа издает как бы какие-то миазмы из него выходят. Into you, add to you. Может, и наносит оно какой-то урон. О, жирафик, смотри-ка. Да, вот жица одного я потерял, конечно. Было бы их тут два, было бы полегче. Прошу 9% сбор. Так, много осадки идет. Так, тут, мне кажется, пехоты маленькой не хватает. Вообще, нам, наверное, еще и еды не хватает, потому что я ее сейчас вообще не собираю. А это как бы, наверное, не очень хорошо. Так, что, животных никаких нету поблизости? Не, ну можно, конечно... Kids. Два, три, четыре. Вот так вот сделать. Этимос. Каю. Прошешь вулуме. Are you I air and which? Are you refer? Post man malista.
Так, ну все, теперь точно у нас предел населения. Да-да-да. Максимум у меня уже есть. Сколько тут человек работает? 4. Фига себе, он улетел. Прикольно. Быстрее собирает пищу с пашен. Так. 86-87% собрано. Так, топорик. Так, скоробей там лезут. Какой-то меч. Или кинжал. Так, а что, дядька отремонтировал, да? О, снова идет, смотри-ка. Просеке. Прошеше. Грик. Ини айо. Лейзе несто. Ани несто. Вулуме. Энуэ. Ю и ю инти ю. Ию Интию. 97%. Да, он, конечно, жестко наказывает войска. Greek, any are you refer? Into you. Le maesto. Prosta vunani. 99. Pani. Все, победа. Ну, такое задание, простенькое. Простенькое. Прям как этот, как будто в Tower Defense какой-то поиграл так маленько. Только без башен. Вот. Блин, вообще классно на самом деле игра с точки зрения прохождения. Ну, для меня очень удобно. Сел, что-то 20 минут задание отыграл, как бы серия готова. Следующую серию смысла нету начинать в этой же. Вот. Классно, классно, нормально. Ну ладно, посмотрим. На самом деле это вот все сейчас кажется легко. Я все-таки думаю, что будут и сложные испытания. Вот в первых 10 заданиях 2 задания были такие, ну, непростые. Вот.
Ну, посмотрим, что будет дальше. Вот, а на пока я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что посмотрели. Не забывайте оценивать, комментируйте видео, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, или оказались здесь впервые. Жмите на колокол, чтобы не пропускать выход следующих серий. Ссылку на плейлист с прохождением Age of Mythology Retold вы найдете в описании под видео. И там же ссылочки на группу ВКонтакте и канал в Телеграм. Обязательно подписывайтесь. И не забывайте становиться спонсорами канала на сервисе Boosty, ВК или на YouTube. На сегодня это все. Микрофон был Хью. До новых встреч. Увидимся. И пока-пока.